Ну что, автомобиль полностью готов к выдаче. Что мы с ним в итоге сделали? Восстановили лакокрасочное покрытие. Покрыли защитной полиуретановой пленкой. И поверх пленки нанесли несколько слоев керамического покрытия. Смотрите, как машина блестит, играет. Солнца нет, ночь на дворе. А он такой яркий, красивый. Со всех сторон. Ну и так получается, что один автомобиль приготовили к выдаче. И тут же второй друга заехал к нам в работу. Вот такая у нас эпопея. В нашем детейлинг подразделении в работе Lamborghini Urus. Раскидали вот до такой степени для того, чтобы качественно оклеить пленкой каждый элемент отдельно. Вот посмотрите. Узнаете очертания? Вот каждый из этих элементов сейчас будет полностью зачищен, подготовлен к оклеиванию, выровнен и только потом будет оклеен. Вот там уже пленочку подгоняем. И вот такая вот интересная работенка. Видите? Везде, где можно разобрать, разбирается. Для того, чтобы пленка держалась потом идеально, качественно, долговечно.